Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует оркестр народных инструментов Альметьевского музыкального колледжа. Художественный руководитель коллектива Ильнур Булатов, дирижер Альбина Булатова. Сегодня мы продолжаем цикл концертов, который проходит в рамках культурного проекта «Татнефть Мьюзик Арт» благотворительного фонда «Татнефть». Мы очень рады видеть вас, друзья наши, в этом зале и надеемся, что вечер будет для вас приятным. Оркестр народных инструментов. Многие считают, что он связан в первую очередь с народной музыкой, ведь об этом свидетельствует само название. Но нам хотелось бы сегодняшним концертом развеять этот стереотип и представить вам оркестр в несколько ином амплуа. Для вас сегодня прозвучат произведения кардинально разных стилей, направлений, жанров, и я думаю, вы почувствуете многогранные возможности этого удивительного коллектива. Альметьевскому музыкальному колледжу и его оркестру в этом году, вот оркестру уже более 50 лет. Первым его руководителем, дирижером был заслуженный работник культуры Республики Татарстан Виктор Иринархович Цветков. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Конечно, коллектив свято чтит память нашего маэстро и исполняет его заветы. Вспомните, какие замечательные программы создавал Виктор Иринархович со своим оркестром. Подбирал такие интересные произведения, расширял репертуар. И много он сделал переложений симфонической музыки для народного оркестра. Вот одним таким произведением, выбранным самим Виктором Цветковым для своего коллектива, мы и откроем сейчас наш концерт. «Шарль Гуно. Танец из оперы «Фауст». Переложение симфонической музыки самого Виктора Цветкова. Thank you.
репертуаре нашего оркестра много симфонической музыки, но сегодня мы подготовили для вас премьеру. Хотим познакомить вас с увлекательным сочинением французского композитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Сам автор задумывал это произведение всего лишь как музыкальную шутку и при жизни категорически запретил ее издавать. Он боялся прослыть автором несерьезной музыки. Все-таки Камиль Сен-Санс – это серьезный композитор. Лишь после смерти Камиля полностью партитура была издана и, на удивление, стала очень популярной эта музыка среди слушателей. Особенно знаменитым стал номер под названием «Лебедь». «Лебедь» Сен-Санса, вы же помните? «Карнавал животных» состоит из нескольких частей с очень экзотическими названиями. Музыка пестрит юмором, иногда переходящим в сатиру. Через образы животных высмеиваются человеческие пороки. Много звукоизобразительности, крики животных, птиц, журчание ручьев и многое другое. Игра номеров «Карнавал животных» сегодня будет сопровождаться видеорядом рисунков талантливых, учащихся детской художественной школы номер один нашего с вами города. Ребята выполнили рисунки в самой разной технике, и, несомненно, они украсят музыку Камиля Сен-Санса. Итак, для вас прозвучат 7 частей «Карнавала животных» Камиля Сен-Санса. Это «Королевский марш льва», «Черепахи», «Аквариум», «Кукушка в чаще леса», «Ископаемые», «Лебедь», конечно же, и «Финал». Мы просим вас воздержаться от аплодисментов после каждой части. Давайте погрузимся всецело в это произведение. We'll be right back.
солистка Юлия Страхова. Мы выражаем благодарность и наше восхищение ученикам и преподавателям детской художественной школы за такие прекрасные рисунки, за впечатляющую фантазию и, конечно, ваше мастерство. Аплодисменты этим талантливым детям и их наставникам. Ну, а мы продолжаем и обратимся к творчеству талантливого татарского композитора, многими любимого Рустема Яхина. Замечательный пианист и композитор оставил такое богатое творческое наследие, что оно вошло в золотой фонд татарской профессиональной музыки. Всю свою жизнь Рустем Яхин особенно активно работал в области вокальной музыки. Мелодика его романсов кровно связана с национальным фольклором. Тонко чувствуя и зная хорошо поэзию татарскую, Рустем старался воспроизвести интонации каждой строки поэтического текста. И вы сейчас услышите прекрасный романс Рустема Яхина на слова Сафина «Без барыбер берге булырбас». «Мы вместе будем вновь». Поет Альфия Нургалиева. Одним из любимейших народных инструментов долгие века была балалайка. Она и на сегодняшний день сохраняет имидж самого радушного, самого душевного инструмента. Треугольная дека, всего три струны, чаруют своими музыкальными фантазиями. Это самый искренний, между прочим, инструмент. О любви народной к нему свидетельствует множество пословиц, поговорок, присказок, сказок, как только не именуют нашу балалайку. И разудалая, и задушевная, и перебором струны душу рвет свою, и символ русской старины. Три струны, как три дороги, и судьба у них одна. Дадим же слово балалайке. Евгений Тростянский, «Гротеск и размышления». Солист Адель Матыгулин.
Адель Матыгулин. От классической композиторской музыки мы с вами переходим к народной лирике, простой, родной и понятной нам с самого детства. Габдулла Тукай в одной из своих статей писал: «Народные песни – это самое дорогое и ценное наследие наших предков. К таким музыкальным сокровищам можно отнести и следующие произведения». Татарская народная песня «Тавтеляу» в обработке Александра Ключерева. На сцене вновь Альфия Нургалиева. Thank you.
Зал Валив. Одним из красивейших семейных праздников на Руси была свадьба. Свадьбы играли поздней осенью, вот как сейчас, когда заканчивались уже полевые работы, и это было многодневное празднество с множеством прекрасных обрядов. Показательным из них было искусство величания. В песне должны были суметь прославить жениха и невесту, олицетворяя их голубем и голубкой, нахвалить будущих родственников, пожелать добра, благополучия, богатства молодым. И, конечно, за эту песню нужно было заплатить. Может быть, и аплодисментами. Вот в жанре величальной песни сейчас прозвучит следующее произведение Александра Наюнкин «У голубя у сизого». Аргентинский композитор 20 века. Коронным жанром его творчества стала новая танго, танго-нуова, обогащенная джазом и классикой. Он мастер игры на бандонеоне. Вы догадались, друзья, на кого я намекаю? Это Астор Пьяццолла,
На родине в Аргентине титул его «Эль Гран Астер» – «Великий Астер». И для вас сейчас прозвучит произведение Пьеццолла, которое стало особенно популярным благодаря саундтреку к фильму итальянского режиссера Марко Вероккьо «Генрих IV. Безумный король». С того самого времени эта композиция считается одной из лучших инструментальных композиций XX века. Итак, Астер Пьеццолла, Обливион. На сцене солист, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Антон Попов. Встречайте! Антон Попов. В нашей культуре тоже много ярких, оригинальных композиторов, которых можно награждать превосходными титулами. Настоящей живой легендой
русским многогранным самородком стал Евгений Дербенко. Его по праву можно именовать властелином гармонии. Он создал в России уникальную школу русской гармошки и своим мастерским исполнением возвысил ее на профессиональный пьедестал. На сегодняшний день Евгений Дербенко считается одним из востребованных и популярнейших композиторов России в жанрах для народных инструментов. И его творчество, между прочим, отмечено золотым знаком признания общественности. Евгений Дербенко. Экспромт. Солистка на саксофоне Азалия Гильмутдинова. А теперь мы хотим сделать неожиданный поворот. Представить вам произведение, которое выявит новые возможности нашего оркестра. Мы почему-то уверены, что рок в исполнении народного оркестра вы еще не слышали. Евгений Дербенко специально для народного оркестра сочинил произведение, которое сочетает в себе энергию рока с техникой игры на народных инструментах. Получилось удивительное звучание, полное драйва и экспрессии. Евгений Дербенко, рок-токката. —
Предлагаем вам еще одну встречу с обворожительным, мистическим жанром танго. Но теперь это музыкальное творение французского композитора Ришара Гальяна. Он, кстати, друг и ученик Астора Пьяццоллы. Виртуозный мастер игры на баяне и бандонеоне, всемирно известный джазовый аккордеонист, во Франции называется священным монстром джаза. Итак, Ришар Гальяна, хэви танго, солист Антон Попов. В завершении нашего вечера прозвучит зажигательная самба Валерия Кофтуна «Самба Рио».
Оркестр народных инструментов Альметьевского музыкального колледжа. Солисты нашего вечера. Антон Попов. Азалия Гильмутдинова. Адель Матыгулин. Рузаль Валиев. Альфия Нургалиева. Художественный руководитель и творческий вдохновитель коллектива Ильнур Булатов. Дирижер Альбина Булатова. На этом мы прощаемся. До новых встреч!